Давайте все-таки начнем, как полагается. Добрый вечер! Ибица! Ибица, сердце стало чаще! Коль, привет! Ибица! Ибица, сердце стало чаще! На жаре люди беременеют, звезды рожают. И сегодня в день открытия у нас выступит 75 артистов. За эти 4 дня выступит 250 артистов. Это грандиозно. Если бы я пошла бы голая, то я думаю, что просто мокрица такая выползла, махнула хвостом, все, весь первый ряд мокрый. Нет, лучше одеваться и побольше, чтобы впитывалось. Слушайте, вы чувствуете? Фестиваль жара. Это вот настроение, как у Славы сейчас. Отель красивый очень. Сусальная. Сусальная, сусаль там все там. Сусальная, сусаль. Я узнал, где помидорчиков можно взять. И, и самое главное, я ящик Наршараба отсюда увожу. Я впервые вижу, что приехала целая радиостанция на фестиваль, понимаешь? Я тебя не помню. Можно говорить сексуальное в эфире? Можно. Уже поздно. Я себе катаюсь на этом фламинго и думаю, да ничего, у меня работа. Вы же приехали. Ну, пардон за выражение, не на тусовку. Это то, что мы все хотим как дипломаты. Вот именно этот здоровый, настоящий, нормальный мультикультурализм, который дает вот такие результаты. Баку украшено все огромными плакатами жары. А, это откровенная мной? Фиша, а да, самая откровенная фиша, думаю, это у Насти Каменской. А, правда? Да. Где меня так... Честно говоря, покажите мне фишу. А так приехал с мозгами, да? Да, ребята, тут мозгов, кстати, многим не хватало. У меня 3 чемодана, в шкаф уже не помещалось. Понятно. Мои-то не помещаются в шкаф, Это полшкафа, конечно. Мы идем к вам еще с большим удовольствием для того, чтобы вас увидеть. И еще один секретик. У вас здесь кондиционер. На этом фестивале реально возможно все. Тут возможны музыкальные сюрпризы, джем-сейшены и что угодно вообще.